Всем привет, мы с Лялей на прогулке. Сегодня 2 сентября. Жара, 26 градусов в нашей Сибири. В былые времена уже заморозки начинались в эти дни, а сейчас погода изменилась, стало намного теплее. Мягче зимы. Оп. Деток проводили в школу всем миром. Ляля наша вот принарядилась. Добывает сняшки. Музыка слышна. Это с ребятишками проводят занятия аниматоры. В городе даже население прибавилось в последние дни, да? Стали возвращаться отпускники маленькие. И как-то стало пошустрее. Вчера линейка прошла. Гуляли, все хорошо. Спим, гуляем, кушаем. И хорошо, что тепло. А завтра уже погода будет портиться. А мы завтра Ляльку оставляем дома с одной из хозяюшек. А мы поедем в Бурятию. Смотреть горы, смотреть источники Наршан. Есть такое место в Бурятии. Посмотреть, как у них все строится, как у них усадьбы, дома, они отличаются от наших. У нас около домов всегда теплички, цветочки, грядочки, а у них этого нет. Мы когда ездим, мы смотрим, у них просто стоит дом и все, и ограда. Они говорят, мы земледельцы, мы не садим огороды. Ну, такая культура. У них лошади, там место очень красивое, Аршан. Горы до небес. Поедем на выходные, посмотрим. Все равно интересно. Мы так живем, другие так живут. Все вместе, дружненько. Никто никого не задевает. Что, Ляльчик? Скажи, водички бы попить. Сейчас домой придем, попьем. Так, за этой травкой пахнет, да, вот такой вот косили еще такой, перепрелой такой травкой. Давай ей снимем платочек. Мне кажется, он ей мешает маленько. И так жарко, скажи еще ваш. Воротники носи. Вот так. Вот так, пошли по травке.